немножко о вещах поговорим. У меня знакомый был, и ему нравилась машина Infiniti. Дороговато, и вот не было возможности купить. Ну, потихонечку оброс бабосиками, кредитики, так. То есть у него торговля шла фотиками, кинофото там, оборудованием. Вот в этом деле он преуспел и потихонечку поднялся. Берет кредит, закрывает, берет кредит, закрывает. И мне говорит, у меня прекрасная кредитная история. И вот наконец-таки он приобретает эту машину. Все нормально, ездит, кредитик выплачивает. То есть вот человек хотел, поставил цель, добился ее. Выплатить кредит, что там. И тут меняется обстановка в Москве. Это как раз было на ВДНХ. Приходит Собянин. И все эти киосочки в павильонах ВДНХ, в торговые точки убираются. И он затасковал, затасковал. И мне говорит, купи, мол. Вот, машина мне так хотелось. А теперь уже она и не радует, за нее надо выплачивать. А я тут не уверен, где я деньги возьму. И вот получается, что вроде ты хочешь какую-то вещь, вот она тебя манит. Потом, когда начинаешь ее обладать и понимаешь, что ты ее не потянешь, вот уже к ней возникает совершенно обратное чувство. Вместо удовлетворения она начинает тебе служить каким-то укором, твоей несостоятельности. А что за нее надо платить, откуда деньги брать, короче. Она начинает тебя тяготить и раздражать. Вот такой вот оборотная сторона притяжения и потом отторжение бывает. И это примерно у всех явлений обе стороны присутствуют. Вывод можно сделать такой. Человек рассчитывает на одно. Жизнь вносит свои коррективы совершенно обратные. И вот тут надо научиться находить какие-то компромиссные решения, как эту ситуацию пройти. Чтобы она тебя не поломала. Кстати, а тот человек 36 лет затасковал от всех этих перемен и во сне умер. Мне позвонили, я был весьма-весьма удивлен этому. Можно было другую там работу найти, переехать в другое место. Ну, а так вот ведь вышло, что это послужило причиной того, что ему не то, что вещи стали немилы, а ему жизнь опостылила. И во сне умер. Thank you.
Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!